Всем привет! Вы слушаете 11-й выпуск Эпструс подкаста. За микрофоном, как всегда, Grim Hellhound. Как же быстро летит время. Совсем недавно вроде бы был 10-й выпуск, а вот уже 11-й. В нем мы продолжим вас радовать отличным материалом от наших парней. Дипушка, Half-Time и всякого рода эксперименты. Ну ладно, хватит разговоров, пора начинать. На Sofa Sound в альбоме Sofa King. Sofa King, Sofo. Ну вы поняли. Music. System. Dash. Provide.
Адишка от Паши Эйшен. Даплейт. А вот это отлично. Shut the fuck up. Сереги Лока под названием Psycho Jazz. Работа выйдет на Free BPM. Подкаст будет сразу доступен в Neuropunk App, так что качайте приложение. Также сейчас там бесплатный доступ. Если желаете поддержать нас, да и Neuropunk в целом, заходите в настройки приложения, в самый первый раздел, там можно задонатить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Роман называется Dinos и выйдет на Flex Out Audio. Отличный тюн. Под названием Омега. Трек вышел на Critical Music в большом LP в честь 20-летия лейбла. Шуточки. We'll be right back.
эпизоду.
еще один трек от The Radical, на этот раз без названия The Blade. Знатно валит. На трек Super Solo Cringe, релиз Data Music. We'll be right back.
Сани Периметра и Лёши LXZ под названием Black Hole The Plate. Такой космический трек, будто летишь на звездолете. Кирпичный завод. We'll be right back.
это какой-то потный саунд пошел, даже сердцебиение участилось.
hip sparks your mental. While I get down, I'm unique and influential. Анонса. 11 июня, Санкт-Петербург. Будет две площадки. Клуб «Время N» и «Сердце» Nerpunk Station. На одной из них будем мы. Ну и, естественно, участники Nerpunk и Абструс подкаста. Ждем всех в гости. Идея заведомо подана, намеренно создана. Для того, чтобы дать отпор районам и улицам. Передавая наш
песни имеет название и также неизвестны его авторы. Может быть, когда-нибудь узнаем. Exit. Трек вошел в состав EP Торна на Samurai Music. Жестко, стильно.
кто-то есть. Вообще, на самом деле, халфтайма не хватает. Парни, давайте, пишите больше, нужно больше такой музыки. Из одной материи в другую.
Трек от Лехи Скойл, пока без названия. Будущий релиз Focus Recordings. R417 под названием Lost In. In this imagery, creating synergy, affecting my delivery, standing in soliloquy. Okay, I'm living this anomalous anomaly. It's time I write it down, I put my thoughts on paper. Welcome to the torture chamber. You call me Mr. Cosmic Ranger, facing unbelievable danger. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. Тройной коллаб от нас, Славы за Фарадай и Игоря R417. Работа называется Jungle. Вышла на английском лейбле Inception Audio в составе нашей совместной EP. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. In this imagery. Okay, I'm lost in this imagery. Продолжаем стелить флоу. За города иду, туда иду, сюда. Двигаюсь на ноге, как гробу видал. Местный миллиган, преодолеваю мили как хан. На пасае с биллинга, грюнет мобильника. На распашку двери прошлое закрыл сразу. Свет отбросил тень по лицу, а размазал. Заканчивая фразу, бью в бит, как в тень. Халдим весь день, chill out, new fuzzer. Эй, мэн, одинокий, эй, миледи, эй. Господа, чё ещё, как вас удивить? Буду ускориться прямо посреди льда. Главное настроиться, йо-йо, где дедлип? Яу-я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 у
где-то глубоко в крови безвыгодными сказками. Перестань меня кормить, долго прятать глубоко. Тебе совсем не хватит слов, с которых стало бы легко. Закрылись раны на засов. Мы пропустим сквозь себя солнце новые лучи. Небо раньше было ярким, теперь кроется в ночи. Радиоактивный омут, захвати его тангой. Безмятежный дядя холод будет радовать тангой. Тихой украдкой взглянем в окна человеческой души. Мысли дернем на распашку и забудем их закрыть. Если черти бесы поползут из их щелей, а инструкцию не приложили по взрослению детей. Запечатаны ли в них гадости родителей или светлых чувств внутри целая аллея. Пришлый трек с цитат Фонус от Дэвика под названием «Омут». Дэвика — это трио, в состав которого входит Энди Пейн, Инкогнитив и Никотин. Ох, что вообще за переходы? Дишка от Элизер Мел, также даплейт. Трушности такого старого доброго. We'll be right back.
со сборника Renegade 2 на BPM от продюсера 70 Fines. Трек называется Embassy.
со сборника Renegade 2 на BPM, на этот раз от Slate. Трек называется Lexis. We must move with the flow. Шлепает.
Так, ну все, пора расслабить булки, пора завершать все это потихоньку. Дальше будет спокойный саунд. Subway с его EP на Microfunk Music, называется трек Mercury. От Bird Age и Cutwork, называется она See You There, вышла на лейбле Spearhead в составе EP Bird Age. Такой трек на каждый день, прогул.
это Heft и его трек Winter Day, релиз DNB Records. Одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Понимаешь, я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии.